О каждой постановке зрители узнают заранее. Обсудить программу, заочно познакомиться с артистами и спектаклями гостям поможет новый проект «Посиделки на театре». Год театра. Фестиваль будет проводиться с 29 марта по 4 апреля. Мы ждем приезда коллективов из Германии, Испании, Венгрии, Латвии, Абхазии. И будет еще два театра, соответственно, российских. Архангельский театр будет участвовать в этом фестивале. И, естественно, как бы мы, как принимающая сторона. В дни фестиваля два специалиста из Союза театральных деятелей России проведут мастер-классы по сценической речи и театральному искусству. Обучиться всем премудростям актерского дела сможет каждый желающий. Но не стоит забывать об истории фестиваля. За 13 лет на сцене русского драмтеатра играли и каждый раз проживали новую жизнь сотни актеров. Самые яркие моменты, награды и подарки будут представлены на втором этаже в отдельной экспозиции. Со своей стороны мы на фестивале заявляем премьеру. Это будет постановка Мольера. Мы приглашаем специально художника-постановщика и режиссера. Достаточно опытного, да, это главный режиссер театра Армении драматического. Вот, ожидаем, как всегда, полных залов. Судя по всему, и как мы видим, как показывает практика, фестиваль очень нравится жителям нашей республики, нашего города. Актерское мастерство не терпит застоя и однообразия. Параллельно с подготовкой к театральному фестивалю артисты репетируют новый спектакль. Его название «Мои любимые тетки» уже намекает зрителю. Без юмора и женской хитрости здесь не обойдется. Юмор он или есть, или его нет. Черный он или белый, я не знаю. Если зрителю будет весело, смешно, то мы будем очень рады. Если они где-то не заулыбаются, значит, мы... Понимаете, комедия – это всегда такая очень штука, которая, она проверяется на зрителя. Первый спектакль, он нам покажет, где мы недоработали, где переработали, где там не так мы акценты расставили. Потому что мы все равно на них... Комедию нельзя выверять на пустом зале. До премьеры всего неделя. 25 января в «Татьянин день» спектакль ждет своих первых зрителей. На легкую, юмористическую, но с элементами криминала, комедию бесплатные пригласительные могут получить только Татьяны. Ирина Пятина, Денис Ноздрюхин, «Народные новости».